Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня у нас 8 сентября 2018 года. И сегодня у нас дома нет света. Вот, поэтому мы с Машей пришли на обед в столовую. Столовую номер 246. Это угол Крымской и улицы Краснодарской. Итак, мы взяли, вот сегодня обедаем в столовой. Два борща, вот такие огромные тарелки с борщом, две тефтельки с картофельным пюре, два чая, сахар на столе, и ценник у нас составил 448 рублей. Ну, друзья, приятного аппетита! Обозначенных кодом Е разрешены Минздравом РФ как безопасные пищевые добавки. Да, ну я Маше объяснил, что мы уже давным-давно не берем вот такой кетчуп домой, потому что однажды я увидел, во что превращается он, когда высыхает. Ага. Ну, дополнительно Маша попросила вот блинчик с повидлом. Ну, сейчас поедим и пойдем домой. А еще и с творогом. Оу. Вот я ошибся номером, столовая 324, таких столовых очень много. Краснодарская 8, здесь вот рядом находится почтовое отделение, где мы получаем наши посылки временно. Напротив вот почта, главпочта, так скажем, Анапы. Ну и все, а тут улица Крымская уже, вот пересечение Краснодарской-Крымской, вот мы тут и отобедали.